Всем привет, люди! Сегодня, значит, пришел телефончик Sony Xperia Z C6603. Здесь мы не наладим. Посмотрим, что там из коробочки приехало. Коробочка, кстати, пришла запечатанная. Распаковал. Ну, и здесь так. Не густо, мануал лежит, USB кабель, ну и зарядка тут. Вот сам телефончик. Телефон, конечно, классный. Такой. Красивый телефон, конечно. Все-таки. Мне понравился. Здесь есть отверстие под док-станцию. Давайте через док-станцию. Ну, просто. Так, сейчас попробуем его включить. Посмотрите. Что у нас там? Внутри. Да, конечно, классный телефон. Шикарно, смотрите сюда. Конечно, круто. Заставочка стандартная. Так, тут. Ничего себе. Только загрузился, уже даже не купить. Отлично. Android 4.2.2, модель C6603. Вот такой вот телефончик. Я еще, значит, там сниму видео и фото с него, в общем, и посмотрим. И будем посмотреть, как качество. Вот. Ну, а так телефон, в принципе, по 12-бальной шкале я 12 баллов дам. Дизайн, конечно, супер. И качество сборки отличное. Вообще ничего не имею. Намеков даже на какие-то там недоделы и так далее. То есть все плотненько, все красиво. Сам телефон работает отлично. Sony Xperia C6603.